Торжественное открытие мероприятий, приуроченных ко дню города, состоится на площади Ленина и начнется в 10 часов утра. Театрализованное представление, концертная программа творческих коллективов и второй велопарад на шпильках будут ждать берестейцев на площади Ленина. А сразу после этого от площади Ленина совместно с колонной администрации города во главе с оркестром в направлении улицы Советской выдвинется необычный костюмированный парад. Уже в 11 утра там начнет работать хлебосольный город, ярмарки, игры, викторины, конкурсы и вернисажи. Все смогут найти себе занятие по душе. Презентация «Аллеи фонарей» – одно из самых ожидаемых событий также в праздничном списке. В 13 и 15 часов от перекрестка улицы Советской и проспекта Машерова в дорогу отправится бесплатно экскурсионный автобус. Также весь день гуляния и концерты под девизом «С любовью к Бресту» будут проходить и в парке культуры и отдыха. Не остались в стороне от празднований библиотеки и музеи города. Выставки, конкурсы и экскурсионные программы пройдут повсеместно. Берестейский бал, уже полюбившийся брестчанам увлекательное погружение во времени, в этом году начнется в 18 часов в Брестском академическом театре драмы. На Грибном канале пройдет новая для Бреста акция «Велосити», начало в 12 часов. Концерт на площади Ленина с 8 до 10 вечера и салют на Грибном канале в 11 станут красивым и запоминающимся финалом праздничного дня.